Мощностей для обогрева кабинетов не хватало. Старая котельная Корсунской районной больницы уже не могла обеспечить теплом большое здание. В этом году проблему решили. В центральной больнице Корсуна заменили систему отопления. Теперь тепло в медучреждение поступает за счет работы новой блочно-модульной котельной. Новый теплоисточник без сбоев прошел этап пусконаладочных работ и функционирует в штатном режиме. С 2009 года работала старая котельная. И практически каждый год мы замерзали. Приходилось включать обогреватели, было холодно. Сейчас с вводом этой котельной мы сразу почувствовали разницу. Батареи абсолютно в каждом кабинете и в стационаре везде прогрелись, и стало тепло. Котельная состоит из трех блоков, которые смонтировали за двое суток. Здесь и современная автоматизированная система управления, которая самостоятельно определяет режим работы в зависимости от погодных условий. Модернизация теплоисточника – это не только надежность и комфорт, но и возможность снизить затраты учреждения на отопление. Она может принимать самостоятельно решение, то есть без оператора. То есть здесь нет человека, который должен постоянно присутствовать и контролировать приборы. То есть она обладает заведомыми алгоритмами, которые позволяют выйти из каких-то критических ситуаций. То есть восстановить цепи, по-другому собрать так называемые технические обводы, если что-то произошло. В этом году работы по модернизации системы отопления в Корсунском районе продолжат. Напомним, что Алексей Русских поставил задачу провести масштабное обновление теплоисточников социальной сферы. За три года по программе модернизации теплоисточников планируется усовершенствовать и перевести на природный газ 184 котельные соцсферы Ульяновской области. Общее финансирование программы составит 659 миллионов рублей. Наша одна из глобальных стратегических задач – провести полную модернизацию теплоисточников, обеспечивая их надежность. И вторая задача – перевести с твердого топлива, дрова, уголь, на более экологичное и экономичное топливо – это сжиженный газ. Перевод теплоисточников социальной сферы на природный газ позволит повысить качество теплоснабжения больниц, школ и детских садов, а также снизить затраты на отопление. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.